Сам, да, я не местный, из города Ростова. Получается, сюда приезжаю к друзьям частенько бывает. Ну, отдыхать вообще. Что не устраивает? Ну, это, наверное, транспорта очень мало. Добираться куда-то только на такси в основном. Ну, либо нужно знать расписание. Что нравится, это, в принципе, природа хорошая. Парк очень даже. Погулять можно хорошо. Ну, в принципе, много магазинов, всего много уже. А с Ростова-Батайск на общественном транспорте добираешься? С Ростова-Батайск добираюсь на электричке исключительно. Почему? Не знаю, как-то удобно, привык. Расписание посмотрел, приехал, вовремя зашел. Пропускной пункт, все хорошо, свободно, комфортно. А на автобусе в Батайск? На автобусе не люблю. Зачастую бывают пробки, то что, ну, дороги же делают, постоянно какие-то ремонты, еще что-то доделают же перед Олимпиадой. Фу, по Олимпиадой. Чемпионатом мира по футболу. Ну, а так, в принципе. В принципе, удобно добираться из города в город.